И ничего не делаю. Ваша правда, удивлен. Я удивленный такой вот. Ну что, куда? Куда? Не надо. Никола! Не погоди! Не гони! Серега, если я не сказывал тебе того, что скажу теперь, то это вовсе не по недоверию к тебе, а пометуя, что каждый, кто хочет сохранить что-либо в тайне, должен держать язык за зубами. Ай! Серо! А так как без твоей помощи мне все равно не обойтись, выложу тебе все как на духу. Я слуга! А слуге не следует вашу хозяйские дела. Он не должен выслеживать, целопытывать. Разве что сам хозяин не пожелает с ним поделиться своими секретами. А вот тогда слуга должен расстараться во всем. Пойдем по следу. Так я поступал всегда и намерен поступать и впредь. Вот. Вот. Люб, ну. Я круглая сирота! Да, круглая. Мои опекуны отправили меня в Париж, где я и пробыл целых 20 лет. Да уж это так, ничего не скажешь. Ну, судьбе, видно, показалось, что я безмятежно там живу. И она подослала мне некоего Камилла Кальпуччи! Кажется, я начинаю догадываться о вашей заморозке. Ну. Вот так. Так вот, Серо. Да. Ты же знаешь, я частенько... Зубки. Я частенько приглашал к тебе домой многих своих друзей. Флорентийцев. Так вот, Серо, однажды у меня дома, в Париже, завязался спор, кто красивее, итальянки или француженки. Я во Франции был еще тогда мальчонкой, и ввязываться в этот спор не считал себя вправе. А вот Камилла Кальпуччи занял сторону итальянок и сказал, что если бы все они на свете были уродками, то одна только... его племянница не дала бы посрамить итальянских женщин. Теперь мне ясно, о чем вы хотите мне поведать. И он назвал Мадонну Лукрецию! Красоты и повадки ее он так описал, что лишил нас всех не только сна, но и дара речи. А во мне он возжег такое страстное желание ее увидеть, что я не помышляю ни о войне, ни о мире. Положил вернуться обратно сюда, в Флоренцию, а убедившись воочию, что красота Мадонны Лукреции сущая чепуха по сравнению с явью, я возгорелся таким страстным желанием обладать ею, что я не нахожу себе места. Ну, вот где место, мое место? Ну, вот отличное где место. Мое место? Ну вот здесь вот. Смотрите, прекрасное место. Хорошее. Все, нашли. Да. Вот если бы вы сказали мне об этом в Париж, я бы смог подать вам дельный совет. Да. А нынче не знаю, что вам посоветовать. А я тебе открылся вовсе не ради совета, а пометуя, что всяк. И пометуя, что твоя помощь мне понадобится. Да? Да. Пометуя, ну что ж,
постараюсь не подкачать. А есть хоть какая-то надежда? Никакой. Ну, никакой. Никакой надежды, или почти никакой. Первейшим препятствием является честнейшая ее натура, чуждая любовным помыслам. Да, натура у нее. Во-вторых, муж у нее богат и находится у нее под каблуком. Да, каблук подбить надо. Сироп. Ну, а в-третьих, друзей и родственников у нее нет? Никого. Да? А прислуга обоего пола перед ней трепещет. Так что о папке передумать нечего! Ну. И что же вы думаете это предпринять? Предпринять? Да. Ну, смутные надежды свои возлагаю я, во-первых, на простоту мессера Ничи. Во-вторых, на обоюдное желание супругов иметь детей. Они богатство имеют огромное, а оставить его некому. Ну, а в-третьих, на ее эту. Ну, хоть что-то вы думали предпринять, а? Я? Ничего, или почти ничего. Скажу малость. Перо! Ну, что это? Где перо? Сейчас поищу. Все, ты помнишь Лигурию? Лигурию? Лигурию! Лигурио. Лигурио, тот, кто весь пытается подкормиться за моим столом. Этот Лигурио, он раньше был поверенным по брачным делам. Так вот, этот Лигурио свел дружбу с мессером Ничи, мужем Лукреции. Понимаешь? Лигурио обещал мне помогать руками и ногами. Руками и ногами? Да. Глядите, чтоб не надул. Эти незаблюды народ ненадежный. Так, так, вот так. Ну, скорее, я ему уже во всем открылся, но для пользы дела, хочешь, не хочешь, а нужно же ему верить. Ну, и что же обещал вам этот прощелый гад? Он обещал выпроводить Ничи на воды. Ну, а вам-то какой от этого прок, а? Какой, говоришь? Возможно, пребывание на водах изменит привычки мессера Ничи. Возможно, и мне удастся сблизиться с Лукрецией. Я ведь тоже отправлюсь туда. Буду заказывать балы, пиршество, увеселение. Ай-я! Да раз и наперед ты предусмотришь, Тиро! Придумано не так уж дурно. Без пера лучше. А вот и они. Спрячемся богами. Я пошел. Сдается мне совет твой не дурен. Вчера я разговаривал с женой, и сегодня она обещала дать ответ. А если говорить по правде, то не лежит у меня душа к этой поездке. Почему же? Ты же знаешь, мне всегда тяжко стронуться с места. Всякие там сборы, прислуга, жена, барахло. Не люблю я всех этих треволнений. А кроме того, я разговаривал с разными врачами. Одни советуют ехать в Сан-Филиппо, другие в Курету, третьи в Вилу. Сами гусаки-гусакаки, а с каким важным видом несут разный взгон. В молодости я был лёг на подмогу. Правда, не было ярмарки, где бы я ни побывал. Да во всей округе не было местечка, где бы я ни присутствовал. Я и в Пизе, и в Ливорно бывал. Стало быть, видели пизанскую Крукову? Веронку ты хотел сказать? Да, да!
именно веровку, а в Ливорно море видели? Еще бы не видел. А оно много больше Орно. Да какое там Орно? Оно в 4, в 6, в 8 раз больше. Кругом вода, вода, вода. Вот я удивляюсь, как это вы, где только не успевши помочиться, а боитесь съездить на какие-то жалкие воды? Ах ты, молокосос! Ты что думаешь, так легко все бросить и куда-то нести? Хотя я так хочу ребенка, что ради этого готов на любое безрассудство. Поговори-ка ты с этими учеными мужами, куда они мне присоветуют поехать. А я пойду к жене, а после встретимся мудро. Лигурев, Лигурев, Лигурев! Что такое? Птичка! Лигурев, милый, ну Лигурев! Что такое, я сказал? В конце концов, ну что такое, ну? Лигурев! Лигурев! Лигурев, послушай меня! Лигурев! Отдел! Идиот! Чего? Лигурев, постой! Не говори, что мне надо! Лигурев! Лигурев, постой! Постой! Лигурев! Лигурев, постой! Не говори, что мне надо! Лигурев! Держи! Держу! О! Я понял тебя, Лигурев! Лечу! Если мы не передумаем, то эта поездка на воды состоится! Ну? Я не уверен в главной цели, в достижении главной нашей цели. Это еще почему ты не уверен? Стой. Стою. Всякое может, бываешь. Не знаешь, на эти воды приезжают разные люди, и может такое случиться, что там окажется человек, которому на данном Лукреции понравится так же, как и тебе. И он ко всему еще окажется богаче и мудрее, и привлекательнее, чем ты. Ну что ты? Фигуру! 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 На что решиться? Нет, я должен сделать что-то страшное, ужасное, пусть бесчестное, но лучше смерть! Чем такая жизнь, если бы я мог спокойно пить, спать, есть, разговаривать с друзьями, я бы мог ожидать счастливого случая, но мне сегодня представляется все в полном браке. И если я приговорен к смерти, да мне более ничего не страшно! А! Не страшно! Надо обуздывать свои душевные порывы. Да как ты не понимаешь, что обуздывая свои душевные порывы, я еще пуще расстраиваю себя. Надо либо вышвырнуть нищ на воды, либо сыскать какой-нибудь другой удобный способ, который хоть бы отчасти смягчил мои душевные страдания и муки! Да, ты прав, Я готов тебе всячески содействовать. Ученый мой друг посоветовал искать мне врача, который бы точно указал, на какие воды следует ехать. Так? Послушай, я представлю тебя нищим и скажу ему, что ты обласан в медицине. И имел даже некоторую практику в Париже. Ничья легко поверит. И ты умный малый. Умный малый. И будешь принять ему что-нибудь по латыни пока. Что это нам даст? Что это нам даст? Лигурев, что это нам даст? Это поможет нам проводить его туда, куда мы хотим. Может быть, даже провернуть одну штуку, которую я и думал.
Так и вздумал. Я думал, которая гораздо вернее и легче осуществимее, чем... Что ты надумал? Узнаешь позже, сейчас некогда об этом говорить. О, Лигурио! Лигурио, постой! Лигурио, постой! Я пойду домой к Ниче, приведу его сюда, а ты внимательно следи за тем, что я буду говорить, и, соответственно, тебя веди. Ты возвращаешь мне жизнь, Лигурио. Но мне страшно. Видимо, сам Господь Бог не послал вам того, кто поможет осуществлению сильнейшего вашего желания. В Париже этот человек имел богатейшую практику, а вот тому, что здесь, во Флоренции, он не занимается прямым своим искусством, тому вы не поражаетесь. Потому что есть две причины. Он богат, во-первых, а во-вторых, он скоро едет в Париж. Месси. Ну что такое, месси? То-то, братец, вся и загвоздка. Только-только размечтаешься, а тут и останешься снова. Пусть вас это не беспокоит. Только бы он взялся за лечение. А уж коли возьмется, то не бросит, пока не достигнет своего. Стало быть, я могу на тебя положиться. Но что касается учености, то я и сам вмиг определю, чего она стоит. Ты же знаешь, меня на Метине не проведешь. Именно потому, что я вас знаю, я и привел вас к нему, дабы вы сами с ним поговорили. И ежели он вам не понравится, то можете плюнуть мне в глаза. Хорошо. Где же он? Калимака дома? Дома. Почему не говоришь ты маэстро Калимака? Он на это чихает? Ну, чихает или не чихает, а ты величай его как должен. Кто там ко мне? Бонадиес, домины магис. Эквобис бона, домины доктор. Ну как? Хорошо. Только если хотите, чтобы и я участвовал в разговоре, говорите так, чтобы и я понимал. Иначе гусь свинье не товарищ. Хорошо. Чем могу услужить? Дело в том, что у меня нет детей. И вот чтобы возложить на тебя эту ношу, я и решился побеспокоить вас. Нормально, сказал, да? Все нормально, отлично, сказал. Помилуйте, да разве это беспокойство помогать столь почтенному господину? И разве не для того я учился 20 лет в Париже, чтобы не оказать услугу господину, подобному вам? Великое вам спасибо. А что касается моего искусства, то я всегда к вашим услугам. Но вернемся к нашим делам. Скажите, какие, по-вашему, целебные воды помогли бы зачать ребенка моей жене? Я знаю, что Лигурий уже говорил вам о том, о чем я говорю сейчас. Сказать, что он сказал. Но чтобы помочь вашей супруге, я должен знать причины бесплодия, потому что причины бывают разные. Льюис, секундария, это!
мото до розовивача и приклевать ему с чучем. Это истинно великий человек. Кроме того, причиной бесплодия вашей супруги может оказаться ваше собственное бессилие. А уж коли так, тут уж ничего не поможет. Мое бессилие? Да вы что, хотите уморить меня со смеху? Да вряд ли во всей Флоренции найдется такой крепыш по этой части, как я. Скажи, Лигурио, а ну-ка ли так, маты чудесное средство. Скажите, а не найдется ли средство помимо целебных вод? Как-то не хочется затевать всю эту кутерьму с отъездом. Да и жене не любо покидать Флоренцию. Как? Найдется, найдется, конечно, найдется. Да. Просто Калимака излишне осторожен. Разве вы сами не говорили, что есть у вас такое питье, которое заставит забрюхатить кого угодно? Да, кого угодно. Кого угодно. Найдется, найдется такое средство. Но я дело имею с незнакомым человеком. Я не хотел бы, чтобы меня держали тут до шарлатана. На меня можете рассчитывать. Ибо своими достоинствами вы настолько меня восхитили, что я готов верить каждому вашему слову и выполнять любое ваше предписание. Полагаю, что прежде нужно исследовать мочу. Мочу! Мочу! Месье, нужно исследовать мочу. Без мочи никак не обойтись. Кликнуть сиро? Кликните сиро! Сиро! Пусть они с мессиром ходят к нему домой и принесут мочу, а мы подождем вас здесь. Вот хорошо, сиро, ты отправишься с этим почтенным господином. А вы, мессир, коли надумаете, возвращайтесь поскорее. Как это, если надумаете? Да я вмиг вернусь, ибо рассчитываю на вас больше, чем венгерить на собственную шпагу. Хорошо? Сиро! За мной! Лигурио! А я хорошо? Ты! Ты идиот! Лигурио, подожди! Подожди, Лигурио, что ты хочешь? Я тебе не говорю! Лигурио! Твой хозяин истинно великий человек. Да уж это так! Его, наверное, сам король Франции почитает. Да, еще как. Именно поэтому он, наверное, и любит Францию. Да, еще почему. И правильно делает. Здесь у нас одни невежды. Если бы твой хозяин жил здесь, то никто бы его даже не заметил. Это знаю я по собственной шкуре. Я, который не одну пару штанов просидел, изучая латынь. Кабы не наследство, хорош бы я был. Дукатов 100 в год зарабатываете? Гроша ломаного не зарабатываю. Ты посмотри, в чем я хожу, дабы не накликать на себя холеру в виде налога. А то еще чего-нибудь похуже. Да уж это, будьте покойны. Вот мы и пришли. Я уже пришел. Добрый час. Вступайте. Не знаю, чего они хотят. Чего добиваются, не понимаю. А вот и магистр с урыльником в руке. Так долго пришлось уговаривать, чтобы она дала мочу, и она дала.
И дело не в том, что она не хочет иметь детей, она пуще меня этого желает. Но как только я попрошу ее хотя бы пальцем пошевелить для этого... Начинается истерика. Наберитесь терпения. Ласковым словом женщину можно склонить на что угодно. Ученого тому уже не трудно будет уговорить. А вот удастся ли уговорить жену? Мессир, принесли мочу. Да, и мне она кажется немножко мутновата, а вроде бы совсем свежая. И нет ничего удивительного. Сука урина. Что? Форте кобель урина. А. Рука и глазу фриксу меморанду моретет. Он с каждой минутой становится милее моему сердцу. Ты посмотри, как он лихо разбирается в этой материи. Ой! 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 Боюсь, не верно, ты она у вас по ночам. Не оставлю у нее такая моча мутная. Да нет, что вы! Я иногда поддаю ей такого жара. Впрочем, перед тем, как улечься, она по 4 часа простаивает на коленях, бормоча молитвы. Стало быть, терпит холод по собственной глупости. И, наконец, уважаемый друг мой, или вы доверяете мне, или нет. Если доверяете, то обещаю вам, что ровно через 9 месяцев ваша супруга будет качать в своих руках прекрасного мальчишку. Если нет, обещаю заплатить вам 2000 дукатов наличными. Я так понимаю, да? Я вас прошу, не обернитесь, дайте мне обернитесь. Я так долго его искал. Я вас прошу, дайте мне. Я так долго его искал. Мессир, должен знать вам, что нет средства более надежного, как дать вашей супруге выпить настоя мандрагоры. Средство это мною многократно проверено, с большим успехом. Не будь этого средства, никогда в жизни не забеременела бы королева Франции и многие другие знатные особы этого королевства. Да ну! Никаких ну! Да какие ну! Время так к нам благосклонно, что у меня оказалось все необходимое. Как раз вот для этого дня. Когда она должна его принять? Сегодня? Сегодня после ужина. Луна! Луна как раз находится в нужной фазе, и времени более благоприятного нам не сыскать. Готовьте питье, а я заставлю ее выпить. Есть, впрочем, еще одна загвоздка. Так, тот, кто переспит с вашей супругой после того, как она примет зелье, умрет ровно через 8 дней, и тут ничто не сможет его спасти. Ну уж черта с два. Не надо мне вашего пойла. А что? Меня на удочку! Не подцепишь! Эх, куда хватить? Сука, сурина с форта Кобель! Что же делать? Что же делать? Давай! Успокойтесь! И тут есть выход! Какой? Заставить переспать кого-нибудь другого с вашей супругой! Этот другой примет всю отраву на себя, а вы потом возражаете со своей супругой и можете наслаждаться сколько вам влезет. Это мне не подходит. Почему? Да потому что я не хочу делать свою жену публичной девкой, а себя рогачом. Что ты делаешь, Егор? Ну ты сам говори! Давай! Что-нибудь делай! Как это вы, такой мудрый человек!
так рассуждать. Вы не такой мудрый, каким мне казались несколько минут назад, как это вы не пришли сделать то, на что вошла сама королева Франции. Как и многие другие особы этого королевства. Все? Все. Ты? Ну, как мог. Что? Ребята, где я найду такого болвана, который согласится на такое безрассудство? Если не что другое, вести вас не спокойно, предоставьте все уладить мне. Как вы это уладите? Да очень просто. Мы дадим вам деньги. Сегодня, после ужина, вы отнесите его своей супруге Лукреции и доставьте вы. И уложите ее в постель. После чего Лигуни, Сиро и вы, я, конечно же, мы отправимся на прогулку и поймаем там, первого попавшегося булдыгу и уложим в постель к вашей супруге. Кажется, помыть супругу, возляжетесь с ней и наслаждайтесь сколько душе угодно. Не понял. Мы пойдем на прогулку. Поймаем первого попавшегося забулдыгу. Уложим в постель к вашей супруге. Этот забулдыга примет всю эту отраву на себя. Потом мы возьмем его утром за руки и за ноги, выкинем из вашего дома, помоем вашу супругу, вы возляжете с ней и наслаждаетесь, любите ее, сколько душе угодно. Ну, если там король... Ну, король, контролируйте! Все дороги! Все дороги! Все дороги! Только бы про это никто не пронюхал. Не, ну кто же может про это? Да нет, мог. Мог, да. Ну, такой. Ребята, есть еще одна загвоздочка. Какая? Ребята, жена. Не хотел бы я быть мужем такой жены, которая не стала бы делать по-моему. Ребята, никакой загвоздочки нет. Мы попросим монаха уговорить ее. Нет, она не пойдет к монаху по такому вопросу. И тут есть выход. Какой? Пусть ее уговорит мама. Она ей верит. Точно, про маму-то мы забыли. Скорее,
Хотите исповедоваться? Приступим к делу. Только не сегодня. Слава того, что я так походя, хоть немного облегчила душу. Отслужили Агаписты Богородицы, которые я заказывала? Конечно, как договорились. Вот вам, Флорин. И каждый понедельник в течение двух месяцев будет за упокойную по моему мужу. И хоть он был скотиной порядочной, сердце у меня не камень, плоть так воде не чужая. Как вспомню, так и захочу. А как вы думаете, он в чистилище? Ну, где же ему быть еще? А я так не уверена. Вы же знаете, что он иногда со мной вытворял. Сколько раз ему на него жаловалась. А как вы думаете, турок в этом году нагрянет в Италию? Если не будете молиться, ты непременно нагрянет. Да. Я страха боюсь, чтобы эти нехристи не посадили меня на кол. Женщины самые назойливые твари на свете. Но где мёд, там и мухи. Мухи. Кто-то идёт. Мальчики. Быть может ли, Бурю, тебе покажется удивительным, к чему прилагать столько усилий, чтобы уломать собственную жену. Но кабы ты знал все, как есть, то нисколько бы не удивил. Думаю, оттого это происходит, что все женщины ужасно подозрительны. Дайте мне 25 дукатов. Следы порока. Все монахи ужасно продуманные дети. А потому я бы не хотел, чтобы вы своими замечаниями испортили всю обедню. Ведь я таки осел может все делать. Сделаю все, как ты вели. Главное, не мешайте мне и молчите, покуда я не подам знак. Или нет, сделаем иначе. Скажите, сколько лет вы уже не видели брата Тимотео? Да уж, пожалуй, лет 10. Превосходно. Я скажу ему, что за эти годы вы успели оглохнуть. И тогда не говорите и не отвечайте. Разве что тогда, когда мы будем сильно кричать. Хорошо. Эй! Люди добрые! Кого вы там ищете? Уж не мессира и ничью, я вижу. Неужто это вы, мессир? Здесь, в этой глуши? Что вас привело сюда, мессир? Что вас привело? Говорите громче, он плохо слышит. Ну чем же? Чем же я могу служить? У меня же ничего нет за душой. Господи, спаси, сохрани и помилуй, избави от нечестивцев, Господи. Господи. Мессир Нича и еще один хороший человек, о котором вы узнаете позже, хотели бы пожертвовать в пользу нищих несколько сот дукатов. А, черта лысого, молчите! Не удивляйтесь, отец, тому, что он говорит. Ведь он глухой, и иногда ему кажется, что он слышит. И иногда несет вот такие вот бредни. Ну ты продолжай, продолжай! Этот пусть себе мерит, что хочет. Часть денег при мне. И вот они хотели бы, чтобы вы раздали эти деньги по своему усмотрению.
Но прежде чем я вручу вам пожертвование, вы должны помочь исполнить одно деликатное дельце, касающееся мессиры. А что же это за дельце? Не знаю. Знакомы ли вы с Камилло Кальпуччио, племянником мессира? Знаком. Год назад отправился он во Францию по каким-то своим делам и, не имея жены, поскольку она умерла, оставил взрослую дочь, девицу на выданье, в одном монастыре, название которого вам пока знать не следует. И что же приключилось с этой девицей? Ну а то, что девица эта забрюхатила на 4-м месяце. Стало быть, если не помочь горю, то вся семья Кальпуччио окажется опозоренными. Мессир так близко принимает это к сердцу, что дал обет пожертвовать на богоугодные дела 300 дукатов, дабы избежать огласки. Ведь только вы, да настоятельница монастыря, могут помочь этому делу. Ну каким же образом? Убедив настоятельницу дать девице зелье, от которого она выкинет. А, тут надо поразмыслить. Судите сами, сколько из этого проистечет добрых дел. Вы спасете честь монастыря, спасете честь девицы, возвратите отцу дочь, раздадите столько подаяний, сколько можно раздать из этих 300 дукатов. За благо я почитаю то, что приносит пользу и удовлетворение наибольшему числу людей. Ну, хорошо. Во имя Божье будь по-вашему. Назовите монастырь, дайте питье, но по возможности деньги, чтобы я не мешкая мог начать творить добрые дела. Теперь я вижу, что вы именно тот побожник, за которого я вас всегда и почитал. Да. Вот вам для начала 25 дукатов. Простите, что? Я вижу женщину. Она делает мне знаки. Какая-то женщина делает мне знаки. Я должен пойти туда. Простите, я скоро вернусь. Сколько лет вашей девице? Прям чертовщина какая. Я спрашиваю, сколько лет вашей девице? Чтоб ему сатане провалить. Почему? Да потому что. Вот и что ходил передряху. Один псих, другой глухой, один удирает, другой ничего не слышит. Впрочем, если деньги не фальшивые, то я сумею им взыскать лучшее применение. А, вот и Лигурио. У меня прекрасная новость. А что за новость? Женщина, с которой я только что разговаривал, сообщила мне, что девица выкинула без нашей помощи. Я так и предполагал. Да. Стало быть, пожертвованные деньги пойдут в другой карман. Как так? Я хотел сказать, что теперь намерение ваше сделать крупное пожертвование становится еще уместнее. Да. Пожертвование будет сделано всенепременно. Когда только вы согласитесь сделать этому ученому мужу еще одно маленькое дельце. Какое же дельце? Да, сущий пустяк. Дельце куда менее сложное и куда менее скользкое, но более приятное нам и более выгодное вам. Ну что именно? Вы знаете, вы мне так пришлись по душе, что нет вещи, которую я бы для вас не сделал. Об этом я скажу вам с глазу на глаз. Пойдемте. День сейчас или ночь, сплю я, а не сплю, а быть может, я просто пьян. А быть может, я просто пьян. Да нет, я и в рот не брал спиртного. А сразу отправился с этим болтуном сюда. Мы условились с
сказать монаху одно, а он ляпнул совсем другое. И в итоге я лишился 25 дукатов. О деле моем, ни полслова не было сказано. Да еще оставили меня стоять здесь вороньим пугалом. Сделайте так, чтобы мать и дочь сегодня же пришли ко мне. Говорите громче, плохо слышно. Сделайте так, чтобы мать и дочь сегодня же пришли ко мне. Я знаю, что я им должен сказать. И если слово мое что-то дозначит, то этой же ночью мы спарим наших ребятишек. Мы спарим! Спарим! Ты меня воскресил. У меня будет молчонка. Конечно, будет. Ты видишь, меня даже слеза прошибла от умиления. Слеза чистая. Подумай, Федя!
и советом всех, кто хочет тебе добра. Да! Да! Более 2 часов провел за божественными книгами, дабы вникнуть все редкостные случаи. И вот после тщательных изысканий я нашел множество доводов, говорящих часто с Тим Мэлом в нашу пользу. Ну, в нашу пользу, да, нашу говорящих. Это правду говорите, лишурки. Мадонна Лукреция, да разве с этим шутим? Вы же знаете меня не первый день. Да. Но это предложение, мне кажется, самым неслыханным и диким. Но я бы не хотел, чтобы вы в самом деле так думали. У страха же глаза велики. Да, у Ологи глаза, у страха, я видел. И наш случай вернейшее тому доказательство. Дай это Бог. Нельзя жертвовать верным благом ради сомнительного зла. В нашем случае благо верное. Вы забеременеете и, стало быть, доставите Господу нашему еще одну овцу. Овцу? Да. Не ради овцу, нет! Точно. Но сомнительное зло в том, что тот, кто возляжет славе после принятия зелья, умрет. Но и случается, что от этого и не умирает. О, бывают слухи. Но лучше, чтобы миссирнича собой не рисковал. Ну да. Дитя мое, грешит воля, а не тело. И в Библии сказано, что дочери Лота, полагая, что остались одни на свете, сошлись собственным отцом. С отцом? Ну да, с отцом. Но поскольку намерение их было добрым, они не согрешили. Да вы что? Да. Вы в чем хотите меня убедить? Да в том, да что вы погром жизни. Да будете меня благодарить. А как вы будете радоваться через 9 месяцев? Ой, Господи, как вы будете Доченька радоваться? Моя, ну дай тебя убедить. Ты знаешь, что бедная женщина дома не имеет. Умри муж, она останется одна одинешенька, как и животное, только скотина неухоженная. Нет, а ты таки совсем меня в холодный пот продай. Не бойся, дочка, не бойся. Я буду молить за тебя Создателя и вознесу молитвы ангелу Рафаилу, дабы он укрепил тебя в правильном твоем желании. Так жена будет противиться моей воле или не будет противиться? Да не будет! О, вы, кажется, излечились от лукоты. Это святой Клементий сделал ему радость. Благодарность надо бы пожертвовать на его образ. Так я счастливый человек на этом свете? Или я несчастливый человек? Да, счастливый, счастливый! Скоро ты будете поюкать бочонку. Эй, Лигурио, на куплетце согласна? Непонятно. А монах? Монах сделал твое дело. Сколько? 300. Кило. Отсчитал. Доченька моя, ну что ты боишься, дура? Господи, да в нашем городе сыщется тысячи женщин, которые согласились бы с радостью быть на твоем месте. Да, сотки ты. Ну. 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 Если ты сейчас не придумаешь, я погиб! Погиб!
Идиот, ты меня чуть не задушил! Конечно! Придумал! Что? Лигурю! Придумал! Лигурю! Стой! Сядь! Монах, который помогал им до сих пор, поможет и в остальном. Ты набросишь на себя кутый плащ, возьмешь лютню и, как ни в чем не бывало, выскочишь из-за угла в нужную минуту, напевая песенку. Алло, алло! С открытым лицом, да? Ну, конечно! Будь ты в маске, и нищий заподозрить неладное! Они меня не узнают! Не узнаю! Ты скорчишь рожу, а ты оттопыришь нижнюю губу, оскалишь зубы. Оскаль, да? А закроешь один глаз. Хорошо, да, работай, мальчик, давай. Да, хорошо, отлично, да! Выжил, еще одно! Но руки от лица! Вот с таким лицом ты боишься из-за угла. Мы на тебя набросимся, схватим, отнесем в дом и уложим в постель к Лукреции. А дальше, как сможешь. За ночь ты должен расположить ее к себе, признаться в обмане и признаться в любви. О, Лигурио, ты возвращаешь мне жизнь. Руки от лица! Кликни Сиро! Встретимся позже, сейчас не время об этом говорить! Сиро! Что угодно вашей милости! Сиро! Поди сюда! Да я здесь! Постой! Я стою! Сиро! Да! Отправишься к Ничи! Вернее, отправишься ко мне в дом! Возьмешь бокал с подогретым теплым вином и смотри! Не проней, дорогой! Дорогой! Руки от лица! Сиро! Ну? Скажешь, чтобы Ничи заставил Лукрецию выпить вино сразу после ужина. А теперь одна нога здесь! А другая там! Там! Я бегу! Ничего не передумай и не перепутай. Все, как вы сказали.
это же мы! Мы! Ну вы вырядили! Да, вы такие нарядные! Серов! Да! Будешь делать сегодня все, что скажет тебе Лигурио! Да! Что ты не расчухаешь, не узнаешь! Не узнаешь, держи язык за зубами! Это мой приказ! Ой-ой-ой-ой-ой, будьте покойны, не губу! Отнес бокал? Отдал прямо в руки. Что он сказал? Что исполнит все в точности, как вы сказали. Мама! А вот и он! Мама! Слугу в загородное имение. Перед тем, как улечься в постель, закатила истерику. Ой, дуры, дурищ! А между тем, я недурно вылез. Вроде бы кажусь повыше, постройнее, моложе. Да ни одна баба не устоит против меня. Да еще денег даст за мою ласку. А где же наши? Ни один сыщик Флоренции его не признает. Не станем терять время. Я буду вашим бригадиром. Слушай мою диспозицию. Тараним неприятеля головой быка. Правым рогом будет Калимак, а левым я. Посередине будете вы, мессир. Боевой клич Святой Рогнак. Серо, да. Ты прикроешь нас тылу, добро? Понял. Все, я слышу лютню. Нужно выслать разведку. Кто идет в разведку? Найдет Серо. Понял. Только бы не промахнуться. А вдруг это окажется какой-то хилый больной старикашка? Не пришлось бы начинать все с издала. Будьте спокойны. Серо такой парниша, что не промахнется. А вот и он. Ну что, Серёга, кого ты там обнаружил? Здоровенный детина лет 25, один и дрянькает на лютне. Это он! Люди добрые! Что я вам сделал? Люди добрые! Что я вам сделал? Люди добрые! Да! Что я вам сделал? Thank you.
О, сладостная ночь! О, тишина ночная! Всегда влюбленный был Евгеновна! Кто? Кто может им помочь, блаженством наполняя, когда не ты, что любящий верна, ты воздаешь полна измученным влюбленным за долгое дружение, и в ледяной крови умеешь ты зажечь огонь любви. Маэстро Калимака, что дело слажено, как нельзя лучше. Капустку. Ага.
Лежала в постели. Сестра-то дожидалась меня. Где? На кухне. Я с этим лоботрясом поднялся наверх. Ну, чтобы чего не проморгать, я затащил его в чуланчик, где мерцал маленький светильник. Так что лица моего он никак разглядеть не мог. Я велел ему раздеться. Он был заупрямился. Но я с такой яростью на него набросился. Голодал! Что он вмиг сбросил с себя одежды и готов был не одевать их еще тысячу лет от страха. Друзья мои! Морда у него! Гнуснейшая! Нос у него! Крючком и в сторону! Маленький кривой ротик, чего вы испугались? Маленький... Но тело! Тело! Гладкое, упругое, белоснежное тело, которого вы в жизни своей не видите. И никогда больше не увидите. Об остальном лучше не спрашивайте. Ну так получилась промашечка. Нужно было исследовать все досконально. Уж не держишь ли ты меня случайно за дурака? Уж коль запустил руку в поршню, так месить до дна. Хорошо! Друзья мои! Хорошо.
здоров? А вдруг на нем какие прыщи да язвы? Убедившись, что он здоров, как бык, я вытащил его из чулана, завел в спальню и уложил в постель. Но прежде чем уйти, я на ощупь удостоверился, что дело идет на лад. Я, как ты знаешь, не из тех, кого можно провести на метине. Все потрогав и пощупав, я вышел из спальни, запер дверь на ключ и присоединился к теще, которая грелась у камина. И так мы с ней скоротали ночь в многоразличных беседах. Эх, о чем же вы с ней беседовали? Да обо всем. Ты знаешь, мой маленький друг, мне так и кажется, что я нянчу этого славного малышонка у себя на руках. Когда кукушка пропела 5 часов, ку-ку, ку-ку, и еще 3 раза ку-ку в той же тональности, я понял, что идет рассвет. Ага. Я зашел в спальню, и вы представить себе не можете, я с превеликим трудом растолкал этого лоботря. Видать, губа у него не дура. Ну, я все-таки его растолкал, позвал вас, и мы все вместе выпроводили его. Ты знаешь, дружок, кого мне жаль во всей этой истории? Кого? Этого несчастного лоботряса. Ведь он должен умереть в скорости после этой ночи. Ну, это пусть у него голова болит. И то верно. Как я уже сказывал вам, друзья мои, наслаждение я получил колоссальное. И как только я во всем, и я открылся, повинился во всем и пообещал жениться, как только Господь Бог приберет этого ничу к рукам, она сказала: ты мой отец, моя опора и полное мое благо. И то, чего мой муж пожелал на одну
будет до конца своих дней, Лукреция! Прошу! Прошу! Ребята, услыхав такое, я чуть не умер от счастья. Какая-то шалая. Вишь, языкастая. А вчера и слова вымолвить не могла. Лукреция, вот кому мы обязаны, что у нас на старости лет будет надежная защита и опора. И я хочу, чтобы маэстро был нашим кумом. И я дам ему и Лигурио ключ, что от нижней комнаты, дабы они могли всегда бывать у нас. Ибо женщин в доме у них нет, и живут они, а те твари неухоженные. А вы, Мадонна Сострата, вроде бы помолодели. Она усы сбрила. Вознесем Господу нашему должные моления. А теперь мы все отправимся в дом обеда. А вы же, зрители, не дожидайтесь нас. Трапеза длинная, и мы уже сюда больше не вернемся. Прощайте!
теперь мы все отправимся в дом ответа. А вы же, зрители, не дожидайтесь нас. Трапеза длинная, и мы уже сюда больше не вернемся. Прощайте. Thank you.